По меньшей мере 50 человек погибли, 100 получили ранения в результате серии терактов в Багдаде. По данным местных СМИ, за прошедший день в разных районах столицы прогремели сразу 4 взрыва. Первый инцидент произошел на одном из рынков, там подорвался террорист-смертник. Позже в двух других районах взлетели на воздух 2 заминированных автомобиля. Полиция оцепила место трагедии и перекрыла дороги, в связи с чем образовался транспортный затор. В этот момент в пробку заехала еще одна машина, начиненная взрывчаткой. Ответственность за взрывы никто на себя не взял. Ведется расследование.